Научное название золотого уса – коллизия душистая. Его уникальные свойства изучались и были подтверждены учеными разных стран, однако широкое применение препараты на основе золотого уса нашли только в народной медицине. Золотой ус обладает оздоравливающими свойствами. Это сильное средство для укрепления иммунитета. Оно дает прилив бодрости, энергии и улучшает общее самочувствие. Стероиды, обнаруженные в соке растения, выполняют функцию биологических регуляторов. В народной медицине золотой ус рекомендуется для лечения таких заболеваний: атеросклероз, нарушение в работе капилляров, гипертония, воспаление желчного пузыря, желчных протоков, кровоизлияние во внутренние органы, а также в сетчатку глаза, ревматизм, остеохондроз, сахарный диабет. Следует отметить, что данная настойка используется как ранозаживляющее средство, а также для борьбы с различными кожными заболеваниями. Внутреннее. По 30 капель. Наполовину стакана водички два раза в день, в течение 10 дней. Затем сделать перерыв на 10 дней. И снова пройти курс настойки. Для улучшения зрения по 1 столовой ложке в день не более 3 раз. Разбавляется в небольшом количестве воды. Внешне, в качестве растирки от боли в суставах, при ушибах, открытых ранах. Для этого ватный диск необходимо смочить настойкой и приложить компресс. Можно добавлять несколько капелек в крем и косметические средства для положительного воздействия на кожу. Детям и подросткам до 18 лет лечение золотым усом категорически противопоказано. Также противопоказаны препараты золотого уса при заболеваниях почек и при аденоме предстательной железы. Вот и подошел к концу видеоролик. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь это очень мотивирует создавать еще больше полезных видеороликов. Всем добра!